Нарьян-Марская студия современного танца «Либерти» вернулась из Петербурга. Там прошел третий международный фестиваль «Петербургские встречи». На соцжюри коллектив представил две постановки, а руководитель Светлана Ивина – два сольных номера. Девушки также побывали на мастер-классах, которые проводили заслуженные артисты России. О том, как прошло выступление, нам рассказала руководитель танцевального коллектива Светлана Ивина. Конкурс международный, он проводится третий раз, «Петербургские встречи». Было очень много коллективов разных городов. Много чего узнали нового, увидели другие номера, посмотрели на другие коллективы. Мы заняли в нашей номинации возрастной 14-16 лет в современном танце, получили диплом лауреата третьей степени. Но я считаю, для первого раза, так как мы выезжали первый раз, это очень хороший результат, мы все довольны. Ходили на мастер-класс по современному танцу, проводил педагог из Санкт-Петербурга. Очень нам понравилось и получили новые знания.